Вашему вниманию 13-й закон резонанса. Подобные энергии привлекают соответственно заряженные частицы в свои электромагнитные поля таким образом, чтобы мы не посылали в виде мысли, энергии и действия, непременно усилится и возвратится к нам. 14-й закон. Закон совершенства. Все во Вселенной изначально совершенно по своей природе и находится в своем совершенном состоянии. 15-й закон. Творческий закон утверждений. Закон гласит, что силой мысли и изреченного слова утверждается то, что вы есть то, чем вы считаете свою реальность и самих себя. То есть, как вы мыслите, как вы думаете, то и имеете.